Всем привет! В этом видео буду делать тесак маньяка из игры Dead by Daylight. Тесак буду вырезать из металла. С помощью трафарета и баллончика с краской нанес на пластину контур будущего тесака. С помощью болгарки и отрезного круга из металла вырезал тесак. Немного подровнял края шлифовальным кругом. Далее с помощью молотка придал текстуру клинку. Боковые полосы сделал из швеллера, так как листа металла такой толщины у меня нет. Для надежности полосы приварил к клинку. Затем в полосе просверлил отверстие под болты. В передней части клинка приварил пластину. В верхней части тесака есть две пластины, которые являются продолжением боковой полосы. Их я выпилил из металла и приварил к клинку. После этого придал им форму, как у оригинала. Ручку тесака обмотал с помощью лейкопластыря. Между обмоткой и металлом вбил пару гвоздей. Покраска заняла немного времени. Нужно было запачкать ручку и затемнить боковую полосу. На этом моменте тесак готов. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.